Господа, у меня есть еще один должок. Как связана сумма, как связана эта функция с так называемой суммой Минковского? Оказывается, там потрясающая красивая штука. Если вы возьмете и какой-то многогранник сложите по Минковскому с другим многогранником, сложить по Минковскому — это просто какое-то взять начало координат. И когда у вас есть один многогранник, пусть у вас вот здесь, ну, многогранник, прямоугольник, все что угодно, да? Что такое сумма Минковского? Сначала когда точка О, пусть у вас одна точка пробегает все возможные точки одного многогранника, другая пробегает все возможные точки другого многогранника. И вы строите вектор, который устроен таким образом. Берете какие-то натуральные числа mn и строите вектор n векторов ОА плюс m векторов ОБ. Так вот, вот то, что получится у всей этой точки, называется сумма Минковского с коэффициентами n и m. Да, называется. Верна такая теорема. Количество целых точек с такой вот суммой Минковского — это многочлен, ну, понятное дело, степень его — это размерность пространства. То есть если на плоскости, то второй степени, то есть будет там сколько-то n квадрат плюс сколько-то mn плюс сколько-то m квадрат. Если в пространстве, то третья степень и так далее. Но здесь проблема в том, что я не понял, как это делается для случая, ну, для общего случая, в любой размерности.